Вот такое у нас сегодня доброе утро. Ноги тут совсем разошлись у сушилки. Уже ничего не сделаешь. Все, нужно покупать новую. Кто не любил делать так в детстве? Я любила делать так в детстве. И теперь моя дочь делает то же самое. Мы ждем папу, чтобы вместе зайти домой. Чтобы вся тяжесть 11 килограммов Данели перешли на его плечи. Оплатили по счетам, теперь идем мы в КСК. Хочу узнать по поводу подвала, потому что нам подарили еще велосипед для Данели. И все это добро, чтобы не таскать на пятый этаж. Хочу узнать, есть ли свободные подвалы. Я знаю, что их нужно будет огораживать, делать дверь. Ну вот, сходим, узнаем. Оставлять в подъезде тоже не очень мне нравится, потому что часто дверь остается открытой, входная, и хоть кто может зайти и забрать своему ребенку. Сходила в КСК, но управляющего главного нет. Людмила Ивановна, ой, то есть Галина Ивановна. Я взяла номер, позвоню, спрошу, но, скорее всего, свободных мест уже нет. Мы идем на качелю. Тетя, привет. Привет. Данек сегодня девочка в платьишке, в колготочках капроновых. Сегодня девочка, что ли, прям? Да? С мамой ходила по делам, теперь ходим по Данелькиным делам. Качаемся, играем. Данельке новый дружок. Это ослик. Мы с него чуть не упали. Давай еще раз. Попытка номер два. Классная у тебя прическа? Давай, я буду держать. Забирайся. Опа. Давай, дочь, я в тебя верю. Я тебе помогу. Хвостик мешает. Решила полежать на нем. Один серый, другой белый, кланялись бабусе. Как назовем ослика? Я? Да? Ну, давай я назовем. Ослик я. Кто так делает, Данели? Я только все развесила. Еле поставила на ноги эту вешалку, сушилку. Она еле дышит. Давай, вешай все обратно. Это плохая привычка. Маме нужно помогать. Нельзя. Нельзя, повесь обратно. А ну-ка, повесь обратно. Молодец. Повесь обратно. Нельзя, доча. Нельзя. Повесь обратно. Ты все мимо вешаешь. Нельзя. Почему ты любишь так делать? Ах ты ж, красавица. Ух ты ж. Сходили мы вчера все-таки в Магнум. И как раз по акции
осталась одна сушилка. Была она 4800, по-моему. А мы взяли по акции за 4. Производство казахстанское, но очень даже нормальное. 20 метров. Ножки выше, чем наши. У меня всегда свисала постель, приходилось ее складывать несколько раз. А это уже повыше. И материал вполне себе прочный. Фирма Белла. И вот эти вот подножки не будут выскакивать, потому что на моей той старой все подножки повыскакивали. И вот здесь вот тоже были синие штуки, они все тоже повыпадали, валялись по дому. А здесь ножки слитные. Ура, ура, ура. Еще мы вчера взяли на пробу готовое тесто для лагмана. Так как я сама готовить лагман не умею, тесто, и не пробовала, попробуем такое готовое. У нас тут проходят купальные процедуры. Пока я тут стираю мужа футболки, девочка купается. Она даже здесь в воде накидывает на себя мочалку. Любит она это дело, накинуть себе что-нибудь на шею и ходить, как будто она стильно одетая топ-модель. Не очень доверяю стиральной машине, особенно когда это белые футболки, рубашки. Обязательно сначала щеточкой зону, воротниковую зону почищу, либо порошком, либо хозяйственным мылом, а уже потом закидываю в стиральную. Воротник, рукава, зону подмышек. А уже потом в стиралку, либо сразу же полоскаю, и мы сушимся. Кстати, Данелли мне тоже помогала стирать. Вылезая из своей ванны, доставала. И вот так вот делала. Покажи, как ты маме помогаешь. Молодец. Аккуратно, не уходи. Молодец. Все, ладно, давай, купайся. Все. Кстати, мы недавно приобрели коврик для ванны. Очень даже неплохой. На присосочках, прозрачный. Там были с рисунками. В виде волн, в виде капель воды. Но лучше этот, потому что он незаметный. А тот, мне кажется, какой-нибудь цветной. Она бы начала сразу же доставать, отклеивать. Держится хорошо на липучках, ничего не отклеивается. Его же мы стелили в эту большую ванну.